Интересные деревья красного цвета. А вот клумба. Красивый сад будет. А вот тележка поехала. Пойдем птиц посмотрим. Экипаж, лошадка. Павлины, фазаны. Какие красивые птицы. Видите, хвосты красивые. Фазаны. Самый красивый красный фазан, яркий такой. Там еще в домике сидят. Луковья, тысячелистник обыкновенный, настоящий гербарий, душица обыкновенная, чистотер большой, тимьян, это ж приправа, земляника обыкновенная, мать и мачеха, полынь горькая, пижма обыкновенная, мелисса, мелисса еще не выросла. Интересные деревья красного цвета. Там детские игры дальше. Так, уникальная возможность сегодня предоставляется гостям нашей усадьбы. Открытый микрофон работает для тех, кто желает прочитать свое любимое стихотворение Федора Ивановича или случайным образом выбрать стихи Тютчева, которые... Тут детская площадка. Все, кто собрался в Овстоге, надеемся услышать тех, кто проявил свои поэтические способности. Ну, а пока случайным образом выбранное стихотворение. Федор Иванович Тютчев. День вечерей, ночь близка, длиннее с горы ложится тень, на небе гаснут облака, уж поздно вечереет день, но мне не страшен мрак ночной, не жалко. Грану, где маленький любимый? Где маленький любимый? Засчитывайся, я уже думаю. Качели.
Ухуси, блядь. Грит.